Всем здорово, ребята, и сегодня довольно интересный и развлекательный ролик на моем канале, где искусственный интеллект будет управлять и играть за меня в рулетки на Majestic Coin. Поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic Coin'ов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой Discord канал. Там ты найдешь много полезной информации, Блиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Но я буду начинать, let's go! Так, ну что, ребят, я уже, получается, нахожусь на 7-м сервере, именно тут я сегодня, получается, буду ставить в рулетки с помощью нейросети. Надеюсь, то, что мне повезет, и я залутаю огромное количество Majestic коинов. Ну и также, давайте, ребят, зайдем в F2, посмотрим, какое у меня количество коинов на балансе. Так, заходим, например, в кейсы, и на балансе, как видите, у меня 74 тысячи Majestic коинов, на котором будем сегодня, получается, играть в нашей рулеточке. Давайте в нее зайдем потихонечку, и будем отталкиваться, конечно же, от наших цветов, которые нам, конечно же, будет подсказывать нейросеть. Я уже, получается, подготовил небольшую такую фразу, уже переместился так называемый сайт, поэтому давайте, ребята, отправим в наш чат GPT, назови рандомный цвет, серый-красный, где зеленый выпадает с 20% шансом. Так, давайте отправляем, но сразу говорю, там могут быть какие-то проблемы с этим чатом GPT, поэтому будем отталкиваться, конечно же, от него. Первый цвет мне выпал зеленый, поэтому погнали ставить. Так, у нас, получается, докручивается рулетка, что-то очень чуваков много ставит. Блин, сейчас зеленый выпал, реально! А я на него не успел ставить, потому что уже в этот момент уже рулетка покрутилась и, к сожалению, просто-напросто не успел. Ну ладно, давайте, короче, попробуем поставить. Давайте поставлю 1573, чтобы у меня было ровно на балансе. Будем потихонечку так разогреваться и потом, в зависимости, конечно же, от цвета, я буду повышать ставочку, где я буду чувствовать, что вот сейчас как будто бы этот цвет должен выпасть. Сами понимаете, у нас такой подход разносторонний, поэтому будем, конечно же, пытаться как-то залутать огромное количество Majestic коинов. Главное запомнить то, что у меня было 74. 4000, как только я начинал. Поэтому, ребят, вот такие вот дела. У нас рулеточка крутится, и надеюсь, мне сейчас повезет, и во второй раз выпадет зеленый цвет. Давай, пошла рулеточка. Давай, 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 родная. Так, так. Зеленый, ну пожалуйста, ну блин, чуть-чуть не докрутилось. Ну ладно. Так, пишем, получается, нашему чату GPT. Давай еще. Так, он мне подсказал красный, поэтому ставим на него. Так, на красный цвет давайте поставим, ну сколько? Поставлю, наверное, 3000 Majestic коинов, как будто будет реально сейчас чувствую, что может вполне выпасть красный цвет. Поэтому 3000 льем, давай, рулеточка, не подведи, а самое главное, искусственный интеллект тоже, пожалуйста, меня не подвози, и давай мне только такие цвета, которые будут выпадать постоянно. Ну, как бы это и не то, чтобы сказать 100%, ну, сами понимаете, так или иначе рандом, но все равно, так сказать, такое небольшое развлекательное у нас такое шоу, телеканал. Блин, куда я уже полетел? Какой-то телеканал, шоу. Так, ладно. Ну, красный цвет, ну какого фига не докрутился? Ладно, пишем, давай еще. Так, выпадает какой цвет? Серый. Окей, ставим на него. Так, на серый цвет давайте зальем, ну сколько? Давайте тестовые 2000 Majestic коинов поставим. Хоть я уже в таком неплохом минусе на 6000 Majestic коинов. Но так или иначе, конечно же, будем сейчас стараться как-то манибекать наши Majestic коины и стараться вырваться на столько коинов, чтобы я мог купить весь Majestic Motors. Конечно, много захотел, ну ладно, короче. Так, рулеточка крутится, давай, родная. Ну не подводи меня, пожалуйста, дай мне выиграть. Я тебя прошу. Два раза подряд я, получается, проиграл, а сейчас надо завинить. Давай, серый цвет, выпадай. Я тебя прошу. И... Какого фига зеленый? Ладно, пишем, давай еще. Блин, чат GPT, не тупи, пожалуйста. Зеленый цвет? Ну че, угораешь, блин, какой зеленый? Ладно, давайте на зеленый цвет поставим, ну сколько? Давайте поставим 1000 Majestic коинов, потому что я действительно не уверен, что он может выпасть. А еще из-за того, что чат GPT, то есть искусственный интеллект, подтупливает чуть-чуть, поэтому, скорее всего, как-то надо попробовать поставить дизлайк этому сообщению, которое мне отправляло, и, соответственно, она поменяет чуть-чуть ход и будет работать чуть иначе. Короче, сейчас тоже поэкспериментируем, если она мне будет говорить цвета в обычном порядке, то есть зеленый, красный, серый, зеленый, красный, серый, то, конечно же, нужно потихонечку менять подход. Так, зеленый выпал, реально, отлично. 5000 Majestic коинов я залутал, в минусе пока что на 2000 коинов, ну ладно. Так, пишем, давай еще.
Серый цвет. А, нет, кстати, не в этой последовательности, которую я говорил, зеленый, красный, синий. Поэтому ставим на серый цвет. Давайте на серый быстренько успевать. Давайте поставлю 2000 Majestic коинов. Быстренько заливаем и, соответственно, ждем. Так, рулеточка, давай, 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 давай. Кстати, ребят, я сейчас забиваю рукав. Ну, в реальной жизни, типа, делаю татуировку. Полностью весь рукав, там плечо, рука до кисти. И мне на самом-то деле неудобно так сидеть сейчас. Почему? Потому что я мажу руку кремом, чтобы она заживала. И из-за того, что у меня просто все отпечатывается на столе, не очень-то и удобно снимать видеоролики. Но, а мы тем временем выиграли, неплохо. Так, 4000 коинов мы залутали, отлично. Так, пишем, давай еще. Красный цвет, да, ставим на красный. Давайте на красный цвет зальем 4000 Majestic коинов, чтобы у меня ровно 70 осталось на балансе. Кстати, ребят, продолжаю мысль своей татуировки, которую я набиваю. Если вам интересно, то как у меня будет готов весь, получается, мой рукав. У меня там 12 числа, 12 января последний сеанс будет, 5. И, соответственно, как только все заживет, я опубликую туда фотографию своей руки, кому интересно, что я набил. Ну, ребят, скажу то, что там вообще лютый просто эскиз. Мне настолько нравится, что капец, хоть он и до конца и не доделан. Так, а тем временем рулеточка крутится, и что же нам падает? А красного цвета просто-напросто нет, выпадает серый. Так, ладно, пишем «давай еще». Выпадает серый цвет. Ставим на него. Окей. Давайте на серый цвет поставим, ну сколько? 2000 Majestic коинов я также поставлю. Пока что опять мы находимся в небольшом минусе, но надеюсь, то, что сейчас я манибэкну это Majestic коины. Кстати говоря, никто не поставил на серый цвет. Я один. Тут чуваки ставят на красный. Хоть мне и кажется, то, что сейчас выпадает красный, по сути. Но это на самом-то деле такое себе мышление. Почему? Потому что, ну, не всегда так, ребят, работает. Потому что это так или иначе рандом. А сейчас выпадает серый... Ой. Зеленый, точнее. Ну ладно, окей, давайте дальше. Пишем «давай еще». Что же выпадает? Выпадает зеленый. Хорошо, давайте ставить. На зеленый цвет, я думаю, мы сейчас зальем, ну сколько? Давайте 2000 Majestic коинов. Ну как будто бы есть шанс. Минимальный, конечно, но все же я, конечно же, верю в наш искусственный интеллект. Поэтому давай, зеленый цвет, пожалуйста, завези мне сколько? 10 тысяч Majestic коинов. Я хотя бы буду на 2000 Majestic коинов в плюсе. Хотя бы просто вернуть мне сумму. Пожалуйста, ну давай, ты же можешь. Зеленый цвет, выпадай. Блин, еще такая тенденция идет, типа зеленый, два серых, два зеленых, два серых. И сейчас, по идее, должно, если все работает как надо, должно выпасть зеленый. Ну, выпадает серый, ну почему? Ладно, пишем, давай еще. Выпадает красный цвет. Окей, давайте ставить. Давайте на красный цвет, ну сколько зальем? Короче, я думаю рискнуть и поставить 6000 Majestic коинов. Как вы думаете, у меня получится, нет? Блин, я очень сильно надеюсь хотя бы, что я в какой-то плюс уйду. Потому что я до этого снимал такую рубрику, и я был всегда в плюсе. Надеюсь, хоть этот ролик меня, конечно же, порадует. Точнее, именно вот эта вот наша игра сегодня меня просто-напросто окупит. Потому что, понятное дело, то, что я ролик выложу в абсолютно в любом исходе. Так или иначе, это просто интересный видеоролик для вас. Неважно, окуплюсь я или нет. Но будет, конечно же, намного круче, если я действительно окуплюсь. Ну какого фига выпадает зеленый? Вы что, угораете? Где красный цвет? Его давно не было. Ладно, пишем «давай еще». Серый цвет. Давайте на серый цвет, ну сколько поставим? Давайте поставим 2000 Majestic коинов. Ну блин, я не хочу. Я очень хочу сейчас поставить реально на красный цвет и просто занести миллион долларов Majestic коинов. Как вы думаете, получится, нет? Напишите свое мнение в комментариях. Ну блин, серый, пожалуйста, давай, вот сейчас выпадай. Я 4000 коинов лутаю, потом, пожалуйста, искусственный интеллект сделай так, чтобы выпадал красный цвет. Я на него поставлю и выиграю. Вот такая вот у меня сейчас тактика. Давай, пожалуйста, ну не подводи меня, это очень важно. Пора окупаться, ну реально, какой-то бред уже идет, мне это уже потихонечку не нравится. И что выпадает? Серый цвет, отлично, отлично, 4000 коинов на базу. Так, пишем, давай еще. Выпадает зеленый, что? Ну ладно, давайте ставить. Давайте на зеленый цвет, ну поставим 2000 Majestic коинов, чтобы у меня ровно 60 было на балансе. И надеюсь то, что сейчас зеленый цвет мне занесет, и я выиграю сколько... Я забыл, сколько я должен выиграть. 10 тысяч Majestic коинов, да, 5 на 2, 10. Я уже забыл таблицу умножения, ребят. Учитесь, старайтесь, все будет классно у вас. Школа — это круто, вуз, поступайте, золотой медалью, все дела, вот это все круто, не будьте бездельником, как я. Поэтому, давай, рулеточка, не подводи меня, пожалуйста, зеленый цвет, ну, давай, докрутись. Отлично, 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 отлично. 10 тысяч коинов на базу, 70 на балансе, на 4 тысячи пока что в минусе. Ну ладно, сейчас вернем. Пишем «давай еще». Какой цвет выпадает? Красный. Все, пора ставить. Давайте на красный цвет, ну залью, ну сколько? Давайте рискнем, 5 тысяч заливаем, да? 5 тысяч просто летит.
Я успел поставить? Все, успел. Я думал то, что у меня какой-то пролаг получился, и я просто-напросто не поставил. Так, если я выиграю, должен занести 15 тысяч Majestic Coins. Поэтому давай, рулетка, не подводи. Пожалуйста, заноси мне. Красный цвет, выпадай. Прошу тебя. Давай. И что же падает? Пожалуйста, красный цвет. Красный цвет. Ну какой? Что? Я не понимаю, как так работает? Что с рулеткой сегодня не так? Вы мне объясните. Ладно, давай еще. Какой цвет? Серый. Ну, на серый цвет давайте зарядим. Короче, давайте реально пойдем покрупнее уже. Я заряжу просто 5000 Majestic Coins на серый цвет. Надеюсь, мне повезет. Вот не дай бог сейчас выпадает красный цвет. Я очень хочу, чтобы выпал именно серый. Пожалуйста. 10 тысяч коинов мне просто дайте. Будет 70 на балансе. И потихонечку как-то так за этим цветом потихонечку будем двигаться как-то и потихонечку окупаться. Поэтому давай. Зеленый хотел сказать. Серый цвет. Давай. Серый. Я в тебя верю. Пожалуйста. Выиграй. Серый. Выпадай. Давай, лысый парень, дай мне, ну какого, красный, какого, фу. Ладно, пишем, давай еще, да, и что же, зеленый цвет, блин, ну я на зеленый не знаю, ставить нет, ладно, давайте поставим на сколько, 2000 Majestic Coins поставим на просто зеленый цвет, но я вообще не уверен, то, что он может вообще выпасть, но, блин. Будем надеяться, конечно. Ну, блин, как жалко. Вот сейчас просто красный цвет. Ну, почему так сложилось все? Почему так сложилось? Ну, ладно, сейчас не стоит делать поспешных выводов. Потихонечку сейчас окупимся, я думаю. 100%, потому что у нас иначе не бывает. Поэтому давай, пожалуйста, зеленый цвет. Давай. Ну, верни. Да, сейчас будет просто тенденция красных цветов. Какого фига? Ладно, пишем, давай еще. Ну и красный цвет мне говорят ставить. Короче, ребят, я сейчас реально рискну. Вот вы готовы? Вот из-за того, что я всю жизнь, точнее в этом видеоролике верил в красный цвет и на него хотел поставить. Поэтому просто заряжаю туда 8000 Majestic Coins. Вот сейчас бог любит троицу, поэтому третий цвет подряд выпадает красный. И я просто лутаю огромное количество коинов. Давай, я тебя прошу. Я в тебя верил, красный цвет. Я в тебя верю и буду верить. Поэтому... 3x заноси, давай, красный, розовый, я не знаю, как ты называешься, но вот именно ты, давай, выпадай, именно ты, прошу, третий раз подряд, ну, блин, ну, боже, ну почему не долетает? Ладно, пишем, давай еще, выпадает серый цвет. Ну, ребят, давайте на серый цвет зарядим 10 тысяч Majestic Coins, потому что, ну, я не вижу других вообще ситуаций, как нам выбираться вообще из этого, так сказать, ведра. Ведра с крабами, как говорится. Поэтому надо всех крабиков вытащить, а потом аккуратненько клешнями выбираться из этого ведра, сами понимаете. Вот, так же оно и в жизни. Общайтесь с чуваками, которые вас тянут вниз, а когда вы пытаетесь выбраться, они вас будут, как говорится, за клешни тянуть, и вы будете всегда падать. Так сказать, небольшая у вас такая образовательная минуточка сейчас получилась, помимо развлекательного контента. Поэтому, ребят, подписывайтесь. Ну боже, какого фига красный цвет? Какого фига? Боже, я все коины уже слил. Ладно, пишем, давай еще. Зеленый, да? Дай угадаю. Да, выпал зеленый. Бред, полный бред. Ну, давайте на зеленый цвет сколько зарядим. Короче, реально, у меня уже нечего терять, поэтому заряжаю 5000 Majestic Coins на зеленый цвет. Просто, ну, а как еще? Как еще нам просто выбираться из этой ямы? Ну, ребят, вы вообще видите, что творится? Я не понимаю, что ты с рулеткой. Что с этой рулеткой? Что мне делать? Я все коины слил. Капец полный. Давай, зеленый цвет, не подводи меня. Пора выбираться на Олимп, как говорится. Олимп меня ждет, поэтому... Давай, 5x, прошу, зеленый. Стой, остановись. Все, у меня сейчас горит, ребят, у меня уже горит, просто. Ладно, пишем, давай еще. Выпадает красный цвет. Красный цвет, ну я в тебя верю, ну пожалуйста, ну занеси мне. Давай, 10 тысяч Majestic Coins, просто алыню. Ну у меня просто реально нету уже никакой надежды, но я верю, ребят, до конца. Самое главное, в самом наихудшем вообще варианте вашей жизни, в той или иной отрасли, находить и принимать только правильные решения, ребят. От этого может чуть иначе ваша судьба в другую русло пойти, и из этого можно потихонечку выбираться, ребят, поэтому... Поэтому, когда вы понимаете, что вообще не понимаете, что вам делать, то принимайте наилучшее решение, даже это, если вы находитесь в худшем, так сказать, варианте исхода событий. Выпадает красный цвет, ой, выпадает серый. Боже, все, у меня уже ноль слов. Ладно, пишем, давай еще. Выпадает серый. Ну, какого фига? Ну, блин, ладно, короче, давайте. Ну, у меня уже реально нету слов. Заливаем 10 тысяч Majestic Coins, на балансе уже 15 тысяч, уже пошла какая-то лутка, лудомания, ребят, жесткая, поэтому я уже просто не знаю, что делать, но так или иначе, ребят, сейчас разберемся.
Все нормально, ребят. Все нормально. Я из любой ситуации найду выход, поэтому все будет отлично, ребят. Смотрите дальше. Сейчас все разрулим, как говорится. А когда не разруливали? Поэтому давай, серый цвет, выпадай. Фух, ребят, ну давайте просто без комментариев. Просто без комментариев. Ладно, пишем, давай еще. Что ты мне пишешь? Так, быстренько вот это отправляем. Красный цвет. На красный цвет сколько ставим? Ну, короче, давайте да, да, нет, нет, ребят. Последние мои Majestic коины ставлю просто 10 тысяч на красный цвет. Ну, реально, нужно заносить 30-ку и потом с 35 тысяч выбираться просто в сотню. Смотрите, сейчас делаем. Вот сейчас начинается новая эра, новая жизнь, новая игра, 2024 год, сами понимаете, поэтому сейчас потихонечку выберемся. Я верю, ребят. Самое главное верить до конца просто. И быть уверенным в том, что ты делаешь. Давай. Ну, докрутись. Отлично, 30 тысяч. Сюда. Хорошо, хорошо. Пишем, давай еще. Выпадает серый. Окей, давайте поставим. Сейчас, ребят, мы заливаем 10 тысяч на серый цвет. Смотрите, ребят, сейчас мы просто выбираемся. Вот сейчас я точно верю в этот исход событий. Выпал красный, мы залутали 30 тысяч. Сейчас я ставлю на серый, мы лутаем 20 тысяч. Потом будем, как говорится, чуть иначе распорядимся. И поэтому будем потихонечку подниматься. Смотрите, я вам сейчас покажу, как делаются Majestic коины. Сейчас все будет, ребят. Самое главное спокойствие. Просто наблюдайте, зовите всех там родственников, там мам, пап, я не знаю, бабушек, дедушек, братьев, своих сестер, вообще всех, кого возможно, к экрану. Сейчас просто будет. Ладно, не будет, ребят. Расход, ребят. Извините, что поднял шуму. Жути навел, поэтому погнали дальше ставить. Так, пишем, давай еще. Выпадает что? Выпадает что? Ну давай быстрее, думай быстрее. Алло, фрик, думай. Так, пишем, давай еще быстрее. Зеленый. Блин, рулетка уже начала. Боже, я пропустил рулетку из-за того, что он так долго думал. Я не успел поставить. Если сейчас выпадет зеленый, у меня просто сгорит, ребят. Я еще на минуточку хотел поставить 10 тысяч Majestic коинов сейчас на зеленый цвет. Прикиньте, я сейчас мог 50 тысяч выиграть, если сейчас зеленый выпадет. Ну, давай быстрей. Не говорите, что зеленый выпал. Фух, повезло. Сэкономил десятку. Это, ребят, исход от Всевышнего, ребят. Все отлично. Ставим дальше. Давай еще. Выпадает красный цвет, окей. Ну, на красный цвет давайте тестовый поставим 5000 Majestic коинов, так скажем. Аккуратненько, ребят, сейчас двигаемся аккуратно. Это у нас план Б. План А мы отпускаем, переходим на план Б. И постепенно, аккуратненько ставим, без какой-либо дерзости, так скажем, прикормить потихонечку. Точнее, мы уже прикормили, поэтому сейчас постепенно, помаленечку мы будем выбираться из этого. Давай, крутись. Красный цвет выпадает. Отлично. Чё, неплохо. 15 тысяч Majestic коинов. 35 на балансе. Хорошо. Давайте напишем. Давай еще. Выпадает зеленый. Окей. Готовы, ребят? Вот сейчас просто меняется вся игра напрочь. Я сейчас ставлю 10 тысяч Majestic коинов на зеленый цвет. Вы готовы просто офигеть от этого исхода? Сейчас я лутаю просто 50 тысяч Majestic коинов. Смотрите. Просто сейчас выпадает зеленый цвет. Я уверен. Это просто тоже исход, так сказать, инсайт от Всевышнего. Бог мне помогает, поэтому, ребят, сейчас все будет. Сейчас все будет отлично. 50 тысяч Majestic коинов мы лутаем, я верю. 50 тысяч коинов на базу. Зеленый цвет, падай. Давай. Зеленый, пожалуйста. Стой, остановись, я тебя прошу. Нет, пролетает. Ну какого фига? Ладно, пишем, давай еще. Выпадает красный. Короче, ребят, что я подумал? Давайте под конец, я думаю, уже поставлю, так сказать, по своей интуиции. Поэтому я сейчас, ребят, заряжаю 10 тысяч Majestic коинов. Или сколько? Да, 10 тысяч. Все, на зеленый цвет. 10 тысяч на зеленый цвет. Как говорится, да-да, нет-нет. Если проигрываю, ну, значит, так судьба распорядилась. Значит, так нужно, ребят. Значит, потом выиграем больше. Сами понимаете. Это закон лудомании, поэтому, ребят, никогда не играйте ваши рулетки, вот эти вот ставки. Это вам не нужно, ребят. Двигайтесь ровно. Не стоит на вот это вот распыляться все, так или иначе. Это все, ребят, зло. Вы можете все проиграть, как сделал это я. Ладно, давайте топить до конца, просто заливаем 10 тысяч на зеленый цвет, ну, потому что у меня других вариантов нету. Можно, конечно, помаленечку сейчас раскрутить этот баланс, но, ребят, но я себя, ребят, не буду принимать после этого, если я буду так делать. У нас, ребят, если проигрывать, то выигрывать, то проигрывать все, а если выиграть, то, как говорится, тоже выигрывать все. Я сам сказал, что понял. Я вообще запутался в том, что я сказал. Но это, ребят, не важно. Я думаю, здравые пацаны и девушки меня поняли. Поэтому все отлично. Давай, полетело. Зеленый цвет. Вот сейчас, ну реально, нужно заносить 50 тысяч Majestic коинов. Смотрите, сейчас все будет.
Сейчас все будет просто отлично. 50 тысяч коинов на базу просто залетает. Не залетает, да? Короче, последние 5 тысяч Majestic коинов я ставлю на зеленый цвет. Просто да. Лутаю 25. Я поставил, да? В смысле? Почему 5 тысяч не поставилось? О, все, поставил. Отлично. 25 тысяч коинов сейчас лутаю, ребят. Смотрите. Наблюдайте просто о том, как выигрываются огромное количество Majestic коинов. Сейчас все будет. Так, давай, рулеточка, крутись. И зеленый цвет, конечно же, выпадает. Выпадает, да. 25 тысяч коинов я лутаю. Смотрите, ребят. Смотрите, 25 тысяч. И смотрите, какой мув я делаю. Я ставлю 10 тысяч Majestic коинов на зеленый цвет. Смотрите, да? Вот сейчас он выпадает два раза подряд. Я сейчас просто заношу 50 тысяч Majestic коинов. У меня сколько будет? 65 тысяч на балансе. И потом мы, как говорится, будем по-другому играть. Сейчас все увидите. Сейчас я лутаю еще 50 тысяч Majestic коинов. Все будет отлично. Мы идем в правильном направлении. Давай. Зеленый цвет выпадай. Я в тебя верю. Вот сейчас надо заносить под конец. Давай. Полетело. Прошу тебя, зеленый цвет. Выпадай. Выпадаешь или не выпадаешь? Я думаю, то, что ты выпадаешь. Ну, я верю, что ты выпадаешь. Боже мой, ну какого фига? Ладно, ребята, смотрите? Смотрите, короче. Да, наблюдайте, ребят, смотрите. Я сейчас ставлю еще 10 тысяч Majestic коинов на зеленый цвет. Вот сейчас точно выигрываю 50 тысяч Majestic коинов. Ну, надо, пора. Я уже сколько слил? Тысяч, наверное, 50 вот так вот по несколько раз ставлю на зеленый цвет. Поэтому пора. Вот сейчас 100% нужно заносить. Я тебя подкормил, много коинов отдал. Ты людям сколько Majestic коинов слил? Дофига. Поэтому пора потихонечку возвращать. В жизни должен быть, ребят, баланс во всем. Поэтому точно так же и в рулетке. Сейчас потихонечку мы вот отдали ему Majestic коинов. И сейчас он потихонечку начнет мне возвращать. Я в это верю, ребят. Так и будет. Потому что, ну, сами понимаете, справедливость есть. И выпадает красный цвет. Фух, ну, что могу сказать, ребят. Последние 5000 Majestic коинов заливаем. Опять пытаемся, как говорится, на последнем, так сказать, дыхании возвращать наши Majestic коины. Поэтому 5000 залетает на зеленый цвет. Давай, рулетка, лети, пожалуйста. Так, смотрите, зеленый цвет выпадает. Я лутаю 25 тысяч Majestic коинов, да? Я не лутаю. Короче, смотрите, какой я мув делаю. Заходим в магазин, заходим в предметы. Выставляем транспортные средства. И давайте просто-напросто сольем вот эту вот тачку. Продаем ее за 25 тысяч Majestic коинов. Заходим, получается, быстрее в рулетку. Рулетка где? И мы ставим 10 тысяч Majestic коинов, ребят. Смотрите. Сейчас мы купим и машину, которую я слил, которую я заложил, соответственно. И сейчас мы лутаем просто 50 тысяч Majestic коинов. И с них просто вырываемся в лютый окуп. Смотрите, ребят, будет. Будет, все будет, ребят. Не переживайте, вот я не переживаю, я вообще спокоен. Я вообще просто-напросто спокоен, потому что я знаю, что какой исход будет. Я в это верю, поэтому зеленый цвет сейчас выпадает, смотрите. 50 тысяч Majestic коинов, показываю один раз. Ладно, ничего страшного, сами понимаете, после золотого цвета всегда идет зеленый. Вы запомнили это? После золотого цвета всегда идет зеленый. Поэтому вообще спокойно, ребят, заходим на так в рулеточку, ставим 10 тысяч Majestic коинов на зеленый цвет. И вот сейчас я точно заношу. Ну, вот сейчас точно. Смотрите. Лайк поставили, подписались, колокольчик зарядили. А значит то, что зеленый цвет выпадет. Смотрите, если вы так сделали, то он 100% выпадает. Вот, ну, сами понимаете, ребят, это вот так работает. Ну, никак иначе. Смотрите. Сейчас просто летит 50 тысяч Majestic коинов на мой баланс. Смотрите. Зеленый цвет, давай. Ну, часто должен выпасть, я знаю. Потому что после золотого цвета, ребят, выпадает всегда зеленый. Смотрите. Ну, я же вам говорил, выпадет. Да, круто. Так, ну ладно, ничего, давайте 5000, 5-4, 3-8 поставим на зеленый цвет. Ну, я же вам говорил. Говорил же вам. 25 тысяч коинов на базу, смотрите. Смотрите, да, 27 на балике даже. И мы заходим опять и ставим ровно 10 тысяч Majestic коинов на зеленый цвет. Смотрите, вот сейчас мы лутаем 50 тысяч. Я же вам говорил, ребят, все будет как есть. Так, смотрите, рулеточка крутится и зеленый цвет выпадает. Ну просто смотрите, вот реально без слов. Просто без слов. И выпадает, конечно же, зеленый цвет. Еее! Ладно, ничего страшного. Ставим еще 10 тысяч Majestic коинов, ребят. Мы же можем себе позволить, правильно? Поэтому заливаем 10 тысяч и лутаем 50 тысяч. Ну, рано или поздно должно дать. Если долбить, как говорится, в одну точку,
Она... Не знаю, короче, как она там должна. Ну, я уже запутался, ребят, забыл. Ну, ничего страшного. Короче, вы поняли. Если долбить в одну дверь, она, как говорится, откроется. Во, вспомнил. Все нормально. Все нормально, ребят. Уроки философии от Дани Москвина. Поэтому, если вам, ребят, интересно послушать мои мысли, то переходите куда? Ну, не знаю, просто подписывайтесь, ребят. В Телеграме, там, возможно, что-то, какой-то курсик такой вам по арбитражу, там, вот это... Все дела, вот это обжоры, обналы, все вот эти дела я вам расскажу, если вам, конечно же, нужно. Так, выпадает серый цвет, но ничего страшного. Мы просто-напросто заряжаем, смотрите, 7190 на 5x. Смотрите, и лутаем. Лутаем, как говорится. Смотрите, сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну, в целом, что, ребят, хочу вам сказать... Вот такой вот веселый ролик получился. Никогда не доверяйте никаким ботам, нейросетям и так далее, потому что это можно использовать чуть в других делах. На это можно, ребят, заработать, сами понимаете, если с головой использовать эту нейросеть. Ну, точно не в том, чтобы играть в азартные игры. Поэтому, ребят, рулетка — это зло. О чем хочу сказать. Если вы хотите вторую часть продолжения данной рубрики, то, конечно же, я посмотрю на ваши комментарии, лайки и подписки. Конечно же, я буду от этого отталкиваться. Если наберется огромное количество актива, то, конечно же, я возьму там 1100 коинов, и с них мы будем, как говорится, стараться подниматься. Если вам такое интересно, о, кстати, облако, это значит то, что 100% надо делать вторую часть, ребят. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы поугарали, мне тоже было смешно. Я не расстраиваюсь, так скажем. Поэтому пойду кайфовать, ребят, сейчас забью себе кальянчик, покурю, встречусь с друзьями, просто приударю за девчонкой. А я вам что хочу сказать, всем спасибо за просмотр, с вами был Москвин, всем успеха, всем удачи и пока. Ну и конечно же подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic Coins, и победителем становится вот этот вот счастливчик, поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать, и не забываем, кстати, про розыгрыши, обязательно лайк, подписка и комментарий. Ну а с вами был Москвин, всем добра и позитива, всем удачи и пока.